300. Ну, зачинай, Петрович. Так, висим, да? Ой, хорошо. Ой, хорошо, да? Фу, у меня прям просыпается тело после болезни. Прям аж так, аж... Заходилось, да? Главное, чтобы было в теле. Да. Пошел настрой. Заработал. Значит, попал в состояние. Смотри, по ушке ездим, давай. На белой. Где-то колокольный звон гудит. Thank you.
ты вес поднял больше, потому что еще пояса. Даже ничего нет, это много помост. Сейчас я попал в то состояние. Сегодня у нас 11, да? Ну, да. Сейчас, если меньше, в то же состояние вошел, уже только начал поднимать, уже вошел в состояние. Прям. Ты это, носки не отрывай, а то вот так оно лучше спина расслабляется. Ну не спеши выходить, я уже весь подряд тренировки делаю, не знаю, получится уже. Да, ну это раз в две недели. Понимаю. Ближайший час я никак. А сейчас ровненько, ровненько. Нормально? Нормально. Ой, какое время нехорошее. Ну давай к 7 подъедем, пока не до 7 работают. Хорошо. Фарба спал. Ты уже знаешь, как правильно центровать тело. Таз, чтоб недалеко, чтобы таз лежался. Да, он не лежит. О, вот так вот будет лучше, точно. Там чуть-чуть. А... Легко взлетел. Хорошо таз положил. Да. Даже мурашки побежали. О, это хорошо. Это отзыв. Чуть-чуть на себе. Вот так вот. Чуть-чуть и туда ровно таз. Так. Все почувствуй таз. И от него да. Опа. Ты фальсифицируешь. Ты можешь легко на 100 больше брать. Не надо торопиться. Удобненько все, чтоб. Я взрывная выскакивается. Ну, как-то тяжеловато пошел. Ну а как, вес-то? Ага.
Звонок легких колоколов, такой прям приятный звук. Да. На технические неисправности поднял, да? Там начала с притирочкой теперь, ну, да. Работать. Я сбавляю. Подалась и стала. Тем более рекорд установил. Будем считать, что я чакры только открыл. И к следующим упражнениям подойду в следующий раз. Ну, даже на этом месте уже чувствуется немного. Но здесь легче найдет. Но чувствуется тренинг.
Сейчас нормально, да, пошло? Ну да, сейчас нормально. Еще? Или нет, хватит. Набивает хорошо. 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 Немножко под нее подсел и погнал. Ну да. То, что как бы чуточку присел, вот, все, ты прикрутился, настроился. Потом чуточку присел, спинку туда-назад, и вот это, знаешь, как бы вот больше тазом развиваешься. И как бы головку туда-назад, вот чуть-чуть подсел. Давай, туда-назад ее, давай. Видал, как ты ее туда захерячил? Угу. Была бы штанга подрыв, полетела бы. Ну что, 200? Давай попробуем 200. Подержал. Отлично. Да? Голову так шибануло? Да, сейчас прилив к голове пошел. Вот, голову шибануло. Thank you.